Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, Тигра Надя. Сегодня Тигра Майл, да, я забыла, как называется рубрика, вот. Два письма всего было, вот, но я решила все равно про них снять. Это письмо было получено 10 марта, в субботу мне его принесли, а это письмо было получено 8 марта, его тоже мне не приносили. Принесли только вот в субботу вот эти два письма. Было еще третье от моей крестной, но я думаю, его не стоит показывать. Там просто письмо. Вот. А даже не знаю, с какого начать, Давайте вот с этого начну, с маленького. Я уже их почитала вчера перед сном. Вот, но сегодня хочу все-таки их показать. Во-первых, мне так понравился конверт. Он так прикольно оформлен, черно-белый. Видно, что ну, самодельный. Здесь вот, спасибо почтальон, вырезка. И раскрашено два пончика. Вот. Это у нас из Калининграда от моей зрительницы, которая уже очень давно-давно на меня подписана, она рассказывает. Вот такое вот красивое письмо. Очень красиво оно оформлено. Вот, а здесь приклеен такой бантик классный. Вот, и внутри была такая вот приятная мелочевка, которая очень-очень радует. Знаете, так необычно держать в своих руках эмодзи. Вот на самом деле. Безумно люблю эмодзи с лунами. Вот. Не знаю, как ты угадала, но таких у меня нет. У меня только смайлики просто есть. Вот. И всегда хотела еще какие-нибудь. Очень-очень классно. Тоже очень люблю вот этот использовать часто. Вот. И думаю, что в записях дневниковых очень пригодятся такие вот наклейки. Далее у нас была вот такая вот пачка распечаток на скрепке. И здесь баночка, на которой написано «Счастье для тигры». И знаешь, мне сейчас так не хватает этого просто. Спасибо. Большое-большое спасибо. Так, вот такая вот распечатка love, потом стрелочка, каппа, здесь тоже что-то в этом находится, флажок, так, надпись thank you, love, затем очень классно, можно будет раскрашивать, просто вот такая вот рамочка, может быть она вот так вот идет. Да, наверное, вот так. Тежик. Можно будет на нем какие-нибудь записи делать. Цветочки. Еще цветочки. Еще рамочка с флажочками. Вот так вот, наверное. И вот такая вот, как сказать, стикер для записи, да? Вот. Так что вот такое вот письмо. Я обязательно тебе отвечу. Что-то у меня сегодня голос садится. Ой, скрепка улетела. Все так прикольно, все такое черно-белое, и тут розовая скрепка внезапно. Да, как я уже сказала, я тебе обязательно отвечу. Вот, спасибо за твое письмо, оно очень теплое, очень классное, столько всего разного ты сказала, очень-очень такого теплого. Вот, так что в определенный момент это было так необходимо. Вот, ну, я все расскажу в письме, еще раз говорю, что ты от меня ответ. Так, а это письмо у нас было из Москвы. Девочка первый раз пишет письмо. И скажу, что очень круто получилось. Вот, особенно такое оформление очень интересное. Из какой-то книги древней. Я даже не понимаю, что это за язык. Итак, само письмо. Классный листок такой. Сиреневый. Да. Здесь просто белое. И тут вот кучка всего приятного. Во-первых, здесь лежали три пачки стикеров для записей, вот такие вот полосатые, тут их очень много. Затем просто вот такие полосатые голубые и вот такие со звездочками зеленые. Потом шла открытка с Москвой в мою коллекцию, очень красивая открытка, просто вообще классная такая. Сейчас посмотрим, какой это год. Это у нас 900-й год. Да, целый.
век назад, можно сказать. Далее шли наклейки, целая куча наклеек и распечаток. Сейчас покажу. Так, у нас идет такая карточка Angry Birds. Я не знаю, зачем эти карточки. Вот. Да, Angry Birds. Как-то так. Это, наверное, какая-то игра. Можно будет, в принципе, ну, куда-нибудь приклеить. Вот. А затем Тесс. Флирт. Уже прислали несколько раз такой чай зеленый. Я зеленый не пью, поэтому отдаю их маме. А затем такая вот распечатка мелких-мелких изображений. Затем идет такая вот распечатка, как вот так, наверное, да. Так вот. Тут вот такие вот смешные котики. Тоже можно будет их раскрасить. Идет вот такой отрез наклеек. Очень классные котики такие. На собачек похожи. Потом идет отрез вот таких вот наклеек. Корейских, наверное. Да. И идет вот такой вот лист наклеек. Без одной. Вот, черно-белые. Я думаю, это AliExpress. Потому что у меня есть набор стикеров, которые полароидные. У них такое же качество. Вот, так что такое вот письмо. Я уже написала девушке в Инстаграм, что я получила письмо. Вот. Так что все ждите от меня ответы. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.